чтобы не бегать по магазинам в поисках достойной закуски к пиву, предлагаю эту самую закуску приготовить самостоятельно, ингредиенты для нее всегда под рукой. Это хлеб и чеснок, горчица и специи. Приготовим гренки с чесноком к пиву в домашних условиях, лучше всего подойдет простой черный хлеб, хотя можно готовить из белого. Для сытности хлеб предварительно обмакивается в массу из горчицы, чеснока, специй и масла. Не томите слишком долго гренки в духовке, достаточно 10-15 минут, удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. С хлеба срезаем корочку, нарезаем мякоть небольшими ломтиками. В мисочке смешиваем горчицу, измельченный чеснок, соль, перец и кориандр. Добавьте масло, перемешайте. Теперь переложите в эту же мисочку уже нарезанный хлеб, перемешайте повторно. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Разложите хлеб на противне, отправьте в духовку на 15 минут, температура 200 градусов. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Черный хлеб, 4 штуки. Чеснок, 2 зубчика. Масло растительное, 3 столовые ложки. Соль, 1 щепотка. Перец, 1 щепотка. Кориандр молотый, 4 чайных ложки. Горчица, 2 столовые ложки. Количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.